состояние дорог, дворов и общественных территорий в зимний период, а также социальная сфера, оказание медицинской помощи населению, маршруты общественного транспорта. Все это в топе тем, с которыми жители обращаются на портал «Добродел» и в официальные соцсети окружной администрации. Такова статистика Одинцовского центра управления регионом. В этот раз за неделю поступило 600 новых обращений граждан. В статусе решено, где жители отметили положительно 24% по текущему периоду. По основным сообществам, которые работают сейчас непосредственно ЦУР, где создана ЦУРом, это горячая линия главы Одинцовского городского округа, говорит Голицына, туда пригласили нас жители, и мы добавили туда всех участников активных, которые взаимодействуют по всем вопросам, возникающим в округе. И ЦУР Звенигород. Также работаем по другим чатам, развиваем для дальнейшего понимания. В числе актуальных задач остается расчистка дорог от снега и наледи. Также уборка снега с обочины и обработка тротуаров противогололедными средствами – основные обращения от жителей. О своевременном приведении в порядок территории округа еще раз напомнил Андрей Иванов. Должны своевременно, заранее, на упреждение, рано-рано утром или поздно ночью выходить на эти территории, которые закреплены за ними, фиксировать ненадлежащее состояние тротуара, дороги или зоны общественного пользования и выходить и убирать этот лед и снег. Лучше всего со своими задачами справляются теруправления Одинцово, Успенское и Лесной городок. При этом все службы округа оперативно включаются в работу и держат связь с жителями. Глава муниципалитета поручил всем профильным организациям индивидуально подходить в каждом случае к решению задач по уборке территории и обязательно обеспечить безопасность граждан. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».